Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам, как создать багнутый мир в Minecraft Pocket Edition. Ну, багнутый мир у вас будет выглядеть примерно вот так. Здесь у вас будут очень сильно обрезаны горы. Также могут быть обрезаны океаны. Вот еще вторая гора. Она очень сильно обрезана, что она даже пошла вниз под воду. Сейчас это увидеть мы не сможем, так как вода мешает нам это поглядеть. Ну, вот еще, допустим, пример того, что будет после. И вот такой еще большой очень пример. Мы даже можем увидеть то, что внизу нету бедрока. Появится у вас такой квадратик, ну, что угодно может быть. Ну, для этого нам понадобится, во-первых, создать обычный мир, точнее, творческий и старый. После чего мы ждем, когда он загрузится. Можем походить маленько по нему. Можем сразу выйти. И заходим в редактирование этого мира и нажимаем «Сделать бесконечным». После чего мы подождем несколько секунд. И вы увидите, что ваш багнутый мир готов. Вот такие простые действия, чтобы сделать чудо, так сказать. Вот, у нас уже появился багнутый остров. Ну, пример плохой, потому что мы появились в океане. Но океан тоже багнутый. Если убрать вот, то там можно увидеть, что там нету бедрока. Или там очень необычные стенки моря. Ну, давайте мы вернемся к нашему острову. Вот, и с этой стороны он тоже будет обрезан. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.